Страйкбол, лазертагы, гонки дронов на полигоне ЗОВ. Для детей героев спецоперации провели тактические игры. Участие в них приняли 30 ребят. В заброшенном здании они выследили и ликвидировали условного врага. Также ребята смогли научиться управлять дронами и понаблюдать за полетом с помощью VR-очков. Цель мероприятия, чтобы рассказать детям, что каждый, кто погиб на СВО, он герой. Каждый ребенок должен знать, что его отец герой, и он отдал свою жизнь за нашу родину. И вот патриотическое воспитание нашей подрастающей молодежи. После напряженной игры участников угостили узбекским пловом, снутом и горячим чаем. Организаторы Минмолодежи Республики и Российский союз боевых искусств отмечают, планируют охватить тактическими играми детей погибших военнослужащих по всей республике. Мероприятие планируют проводить каждую неделю.